доступных мест. Тебе посылочку прислали он у внученьки моей. Вот туда же опись есть. Оставили предыдущие. Та же опись, по-моему. Грузовик там. Не выдавай. Вертолет там. А, по рецептам по старинным приготовлен этот сбор. А ну, мужики, молчите, когда говорят старуха. Когда говорят старуха. Приготовлен этот сбор. Он совсем как приворотный. Сделай на него упор. Это сбор таежных трав. Герба что-то там лай. Показываешь, мученька? Серьезно? Да. Это наш Кокош! Он из Сибири! Кокошский Сибири! Это внучка меня под монастырь подводит! Бабушка тебя не возьмет! Характером не вышло! С ними ты всегда дружи! Дружба енты дорожи! А они тебя спасут от всех болезней! Жень, а какой? И не думай! А где? Уже там! Ты что, внучка, ты меня подводишь, что ты другой монастырь? Там другой сценарий был. Одни дух. С ними ты всегда дружи, дружба енты, дорожи. А они тебя спасут от всех болезней и от всех недуг. И это будет чеснок. Наконец-то покупать не надо теперь будет. Ура, дошу. Слава Богу. У нас есть чеснок. В овощах все витамины. Люблю тебя, чеснок. Этот впереди идет. Сам разгладил все морщины и румянец на видео. И что это? Да. Отгадывай. Да что не знаю, только вот эти лица. Свекла? Вот. А что это за? Девочка маленькая. Свекла. Свекла. Да что, да свекла, свекла. Я потом... Тебе не грест, готов. Завтра будет борщ. Борщ чесноком, наконец-то. Если вдруг внучок грусть печаль подкралась, и семью в сердце места нет, опять что ли? Подсластит ты жизнь такую, скушать 200 грамм... Будет по шоколаду особого. Конфет! Понял. О, мой любимый степ. Степа. Если кто-то вдруг не нравится или пакостить пытается, конфликт не надо, не вступай. Уже кнопку. Врага рисуй и почестям стирай. И это... Это вот тут. Карандаш и ластик. Ну все, надо поступать в магистратуру теперь. А вообще ты нас не слушай. Улыбайся и твори. И на зло любым невзгодам светом творческим гори. Подойдите к старушке, там не было. Ура, свекла. Я сейчас вас подсказываю. Спасибо большое. На самом деле чеснок, на самом деле вовремя. А на сладкое? Для твоего горения. Горение? Это что, это как сказать? Динамит что ли? Для равновесия. Ура! Ура! Тихо-тихо, там мы все. Спасибо. Недостойно, как недостойно? Все достойны. Нет, я говорю, я не достала. Это что? Если что, обругаться. Да.